Координационный совет в помощь многодетным семьям и женщинам, которые на пороге страшного преступления аборта в Орловско-Ливенской епархии появился совсем недавно. Для тех, кто запутался, работает телефон доверия по номеру 416703. Можно дозвониться в понедельник и четверг с 5 до 7 вечера. Это прежде всего создано с той целью, чтобы те женщины, которые боятся лицом к лицу подойти к священнику, могут позвонить и обратиться к священнику, и также будет работать психолог с областного родильного дома, который именно специалист по проблемам семьи. Также координационный совет будет заниматься и помощью многодетным семьям. В Свято-Троицкий храм все желающие могут приносить вещи, игрушки, книги. Их получатели те, кому не хватает немного денег, чтобы стать чуточку счастливее. И если, допустим, кто-то желает материально помочь, то мы сами не принимаем пожертвования, мы будем координировать, направлять именно тем семьям, которые нуждаются, и чтобы не было никаких сомнений, если есть такое желание, можно непосредственно помогать той многодетной семье. К сожалению, пока еще неравнодушных не нашлось, еще ни один человек не пожелал помочь тем, кто в этом действительно нуждается. Татьяна Суворова и Владислав Гапеев для программы «Оперативный эфир».